Всем привет! Это новый влог! Я под конец зимы вспомнила про свою куртку и достала свои штанишки. Уже весенние. Я ее обожаю из-за этого прям меха такого классного. Вот, а еще мне так понравился вот этот BB-крем, который я показывала в предыдущем влоге. И алоэ. Вот, прям кожа стала такая классная, я себе даже начала нравиться. То прям был период, я вообще была собой недовольна, что-то со мной было не то. Компот выберем, последний очередь. Кушай, все. Прям приятно смотреть. Так, на. Пойдем, Варюш. Иди. Какого волка слепили. Вообще, как этот. Сейчас спою. Заезжали в Ашан, закупили продукты. Что тут? Что тут у нас? Мой любимый порошок. Кстати, надо вещи поставить, стирать. Девчонки все купили бомбочки для ванны. Салфетки. Зубную пасту я даже не видела. Макс взял. Взяла скалку. Ой, толкушку. Сейчас хочу делать запеканку. Картофельно-мясную. Что-то со мной сегодня это. Взяли шампунь. Макс всегда берет Head & Shoulders. Я решила попробовать дикий шиповник и клюква. Блеск и увлажнение. Мне сейчас не хватает очень сильно блеска волосам. Резиночки вот такие вот. Обожаю. Они очень круто держат волосы. Без швов, то есть не порвутся по-любому. Для запеканки еще взяла грибы. Мясо уже варю. Что-то у меня еще интересного. Соусы всякие. Кальмары. Кстати, сколько стоили кальмары, мне интересно. Где вы, кальмары? 214 рублей, 700 грамм. В принципе, нормально. Еще всегда беру тилапию свою любимую. На пару делать. Девчонкам на завтра йогурты. Варя с Василисой взяли какие-то такие слоечки, не слоечки. В общем, что-то из слоеного теста. Селедку. Сейчас буду делать вкусный ужин. Помидорки какие-то прям очень пахучие были. Прям веточки так вкусно пахнут. И Василиса обожает вот такую вот икру из морских водорослей, прям ложкой ест. И на самом деле вот она очень полезная, оказывается, я почитала. Извиняюсь. Кузю, зеленушку. Ну и в принципе все. Сколько у нас там получилось? 2900. Вот так. Я для запеканки отвариваю мясо. Куски большие Максим купил, стейки. Потому что мясорубки у меня нету, никак я что-то ей не обзаведусь. А вареное мясо просто в блендере прокручу. Вот, оно так будет немножко по суше, то есть, чтобы не жирное было, а то мы тут что-то с животами мучились. Вот, ну и в принципе, как бы, такое мясо я больше доверяю. А на этом бульоне потом сделаю, ну там у меня еще... Ай, обожглась! Еще на косточках там у меня кусочки варятся. Вот, сделаю потом щи или борщ, не знаю, еще заправку у меня там осталось. В общем, я прокрутила мясо, пока оно стоит, ждет. Картошку отварила, добавила туда сливочное масло, соль, немного муки. Сейчас буду делать пюрешку. Выложила первый слой. Обжариваю мясо с лучком и долго-долго я колебалась. Класть ли мне шампиньоны, но решила не класть, потому что девчонки их не любят, Макс тоже не очень, поэтому будет у меня вот такая простая запеканка, без всяких изысков. Все готово. Единственное, наверное, перед отправкой в духовку я еще сверху потру немножко сыр, ну прям чуть-чуть майонезиком сделаю, чтобы было поприятнее смотрелось. И остался у меня немножко вот фарш с лучком. Если девчонки откажутся от запеканки, я просто обжарю вот его с макарошками.
Вот такая вот красотень у меня получилась. Она прям даже еще там шипит. Девчонкам на всякий случай обжарила макароши с этим, с мяском. Девочка делала отдельный салат, они едят только помидоры с огурцами, а нам вот такой. Получилось очень вкусно, но мы так наелись, что решили с Максом пойти спать. Прям очень сон клонит. Сегодня смотрим концерт Иванушек Интернешнл 20 лет. А никто не знает, куда делся этот маленький, беленький. Сейчас за него он какой-то вообще молодой парень. У нас выдался семейный выходной. Мы решили поехать в музей Дарвина, да? Посмотреть вымерших животных, на динозавров. Есть там... Ну, за, они вымерли в ледниковый период или когда-то. Короче, первый минус – это очень маленькая парковка. Поставили машину кое-как. И теперь надо было вот в этот уголочек ее ставить, и все. Смотри, сколько места освободило. Где? Вот. А где место? Пойдемте туда, где поинтереснее. Смотри, чайка. Слушай, такая съест. Да, такая съест. Боже мой, какие милахи. Гриненка. Слушай, это ведь они же настоящие, это чучело, да? Не, а где такие чайки водятся? Точно. Огромный. Как? А это? Читай. Хотя даже я, наверное, это не прочитаю. Мегалодапис. На острове Мадагаскар. Парни, не надо туда лазить, твари. Да, можно. На Гуэн туда лазить. Думаю, там сейчас мальчик вообще сидел там на песке. Лисички классные. Какие красивые вообще. Но они разные музы байкают. Лисички пушистые. Северокавказская. Очень классно тут, конечно. Кто живет в Москве, кто не был, обязательно съездите. Есть на что посмотреть, на самом деле очень интересно. Дети прям бегают, все в восторге. Ну, как красота. Какие мишки, Варь. Смотри. Смотри, там кто-то ползет сзади. Я ухожу. О, как появился. Главное, что я хотела посмотреть, это скелет, ну, видимо, динозавра какого-то, вымершего, остатки. Я же
Посмотри, какие динозавры. Ну, они, конечно, маленькие, но они были огромные. Представляете, сколько это все? Сколько этому всему лет? Или веков? Макс заметил белый, а меня, как истинного грибника, прям тянет сорвать эти лисички, они такие классные. Где белый, зайчик? Мам, это волк. Бог ты мой, какой красивый, прям на дачу захотелось. Волк, не рви нас белый, да? Да. А вон рыбки в пруду плавают. Где, где? Ага. Да, это сейчас реклама IKEA, также в Дарвинском музее представлена. Привет, мужик. Привет, мужик. Короче, у нас без приключений не бывает. Поставили машину, причем переставили нормальную машину, и кто-то нам, значит, поцарапал. Блин, еще тут какая-то девушка туда-сюда, сейчас треснет тоже. В общем, поцарапали задний бампер сильно, вон. И я только хотела идти уже смотреть камеры, попросить у охраны камеры посмотреть. Подошел мужчина, сказал, что это он. Вот, слава богу, что еще остались честные люди. Сейчас вот там Макс с ним разговаривает. Мы все проголодались и решили заехать покушать. Думаю, какой суп заказать, вот этот или все-таки тоненький? Реально вкусный чай, даже забыла название. Там лемонграсс, какие-то вон плавы. Лемонграсс. Чай называется. Давай доедай, это мороженое не принесу. Варя в хвосте. Нет. В купальнике. Всякие бомбочки у них там для ванн. Кристаллы. Морская соль, Зай. Купила такую морскую соль сегодня. Ой, можно я покажу? Не такая плохая у нее застежка. Оторвалась. Не знаю, какую такую фамилию. Пересыпать куда-то. Я хочу показать, как я правую. Правую? Правую. Или левую? Вот, смотрите. Вода у вас, я скажу откровенно, как в болоте. Мам, еще я ничего. В завершении дня я решила тоже принять ванну, купила. Представляете, должна была сегодня заехать к знакомой, забрать маску для волос из Таиланда. Она прям жила около Дарвинского музея. И из-за того, что нам, блин, поцарапали бампер, я забыла и уехала. Короче, купила вот такой вот какой-то биобальзам для роскошного блеска. Чего мне сейчас не хватает, это блеска. Ну, не знаю, он был по скидке, что-то, по-моему, в районе 200 рублей. В принципе, упаковка небольшая. Да, не и знаю. Моего любимого цвета розового. Да, наверное, пахнет еще клубничкой. В общем, попробую, потом, как всегда, тогда скажу. Ну что, естественно, никакого блеска я особо не вижу, хотя, при таком освещении, возможно. Это я использовала шампунь для блеска и вот этот вот маску еще, маска, или как он называется. Вся красная, наскрабилась, напарилась, намылась, так классно вообще, нанесла свое алоэ. Чего ты такая грустная, Зайка? Что случилось? Фокус. Я хочу спать, а он мне не дает с ним спать. Ну, ты уже взрослая, чтобы спать. Я хочу спать. Вот, давайте на этом будем с вами прощаться. Всем пока. Да. Всем пока. До новых встреч. Оп. Всем пока. Все, всем пока.